сообщение. Комсомольская правда в Молдове дарит своим читателям рождественские подарки. Подпишись на Комсомолку и получи 10 премий по 300, 10 премий по 400, 10 премий по 500 и другие ценные призы. Каждый второй подписчик получит приз в условии акции читателя Комсомолка. Да, да, эвакуаторы, грузоперевозки, грузчики. Телефон 3711. Все, куда, Саша? Без докари температуры нет? Нет. Смотри, мама. Не будет никаких замечаний. Я хочу, чтобы все были счастливы. Вообще-то, господин, вам нужно Чего ты беспокоишься? Я ведь ее пригласила. Она обязательно придет. Катика. Ого, бабушка, она уже пришла. Пригласи ее в дом. Андрея. Идуть. Добро пожаловать. Господин Малеев. Катика. Да, я знаю, бабушка. Это бабушка Малеев. Здравствуйте. Катика. Бабушка, это Саш. Ну, ба. А дедушка? Катика. Хорошую девушку выбрал, да? Что? Сказка. Что сказка или дом? Господин Малеев позвал меня в офис, но неожиданно мне позвонили. Я поехала с опозданием в офис. Найди. Понял, встречу. Комукапси. Встреча с нужными людьми. Плата. Дочка, что тебе принесли? Чай, любовь? Ничего не надо, девочки. Зачем нужно вам служить?